на кровать! Скорее всего, навряд ли пойду, потому что вы плохие, очень-очень плохие. Ложись! Окей, давайте я лягу, как бы, ну, чтобы все было реалистично, чтобы я якобы какой-то школьник... Ставь лайк, если тебе меньше 18 лет, а также напиши в комментарии, как тебя зовут. Поехали! Всем привет, с вами я, Игрок Адор. Сегодня бы я хотел провести анти-грифер-шоу на сервере Brawl MC. Ребят, на этом сервере есть две гриферши. Это Каринка и Маринка. Они сейчас находятся именно там, вон, в этом домике. И они сами вдвоем играют на этом сервере. А вы, ребят, должны зайти на сервер и пополнить тут онлайн. Ну, ребят, ладно, не суть. Давайте мы сейчас их проверим, потому что были жалобы на них. И сказали то, что они тут поселились на этом сервере Brawl MC. Окей, ребят, погнали. Так, подходим к ним, подходим. Ребят, это снова эти гриферши, которые всех гриферят. Сейчас мы с ними познакомимся. О, привет, Каринка. Мне кажется, там кто-то идет. Или у меня глаза уже болят от твоего чая. Чао, приветики. О, здорово, чувак. Ну, привет. Прям паренек для меня. Че с лицом? Ты просто от души. Поженись на Каринке. Нет, я на Каринке нет. Нет, подождите. Давайте мы познакомимся, может, сперва. Заходи, что как бедный родственник. Так, ладно, окей. Зайдем. Давайте мы познакомимся с этой Каринкой и Маринкой. Хотя мы уже все знаем их, да, ребят? Напишите комментарии, если вы знаете Каринку и Маринку. А ты здесь какими путями? Ну, хотел познакомиться с вами. О! Я красивая? Нет, не красивая. Да ты просто красавчик. Ну-ка, приютим сестренкой. Некрасивая. Нет, некрасивая. Ой, блин, а чё она бьет? Меня не понял. Не бей его. Так, ладно, окей. Две сестренки. Так, тут мягко. О, ребята, тут у них еще одна есть ловушка. Смотрите, ребята, они меня сейчас туда будут скидывать. Так, а это что такое? Это ты, хе-хе-хе. Так, а что это такое? Ничего себе морда какая, смотрите. Ха, ничего себе вы живете тут. Как тебя зовут? Меня зовут Иван. Марина, это мой парень вообще-то. Вот это поворот. Так, ой, а зачем она его убила? Ничего себе. Давайте подберем вещи сей. Все вещи подберем этой Маринке. Ха-ха, ребят, она же плохая. Мне 13. Школота. Ой, это не тебе. Что они делают? Почему они дерутся? Тут мягко, прыгай. Я с тобой прыгну. Гоу, полежим. Вместе. Ну, не знаю, скорее всего, нет. Дебил, гоу! Что? Не хочу, вы что, гриферши? Что они дерутся каждый раз, надоели? Ай, Каринка меня убила, офигеть! Пошли на кровать! На кровать? Ну, не знаю, скорее всего, навряд ли пойду, потому что вы плохие, очень-очень плохие. Ложись! Окей, давайте я лягу, как бы, ну, чтобы все было реалистично, чтобы я якобы какой-то школьник. Ха-ха-ха, дебил! Ха-ха-ха, дебилоид! Тупе! Вы что? Извини, это не мы! Я случайно! Это баг, честно! Багнулась? Серьезно? Ну ладно, я вам поверю, окей. К нам, и кит старт напиши! Кит, пиши, проверить нужно! Что проверить? У меня вот кит есть, у меня алмазики в руках, смотрите. О, лух! Ай, она еще раз меня убила. Так, ребята, я сейчас в невидимости, смотрите. И буду ломать им домик, ура, ребят, наконец-то я буду их просто наказывать. Опупеть! Как они столько вещей взяли? Они у кого-то украли или что? Что? Да-да-да, Каринка, еще раз вас буду наказывать, еще раз. Пока вы не перестанете гриферить, я вас буду наказывать. Тут такая какая-то тупая морда, и нужно тоже сломать ее. Она совсем бесполезная. Так, Маринка тут пришла. What the fuck? Да-да-да, ого себе. Ребята, как вы думаете, напишите комментарии, откуда они взяли столько вещей? Что за тварь летает? Просто броня летает, что? Не ломай! Нет, нужно сломать. Нужно все сломать. Вонючая, пипи! Ребята, напишите комментарий, забанить эти гриферши или нет. Мне кажется, нужно еще раз забанить их. Не ломай, прошу!
Ладно, хорошо, давайте я появлюсь сейчас, выключу ваниш. Я тут, и что? Вы тупые гриферши! Читер! Читер? Ну да-да-да, конечно. Ты даун! Маринка гриферша! Дура Каринка! Так, они какие-то тупые, друг друга убивают, непонятно почему. Совсем непонятно. Алло! Что? Даун! И Маринка идиотка! Ты чит! А вы, ребят, заходите на Bro.MC, тут реально очень годный сервер, очень классный сервер. Они тут поселились, но, ребят, они купят разбан, и проверьте их еще раз. Я знаю, они покупают разбаны, они очень богатые, семейка богатых, да? Поэтому, ребят, заходите на Bro.MC, я оставлю IP-порт, заходите, играйте, выживайте, стройте дома, ищите Маринку и Каринку, наказывайте их. Давайте я их забаню. А также сейчас забаню Маринку. Ну что, Маринка, ты одна осталась, и сейчас я тебя забаню. Ты ее забаню! Да-да-да, забанил. Все верно. Не бань меня! Тебя не банят, серьезно? Я исправлюсь! Точно? Исправлюсь! Конечно! Ладно, ребят, давайте, короче, я ей поверю. Я ее не буду банить. Она говорит, что она исправится. Но, ребята, все за вами, ребят. Заходите, обязательно проверьте ее. Она говорит, что она исправится. Просто Каринка меня била и говорила гриферить. Но на самом деле я ненавижу гриферить. Ну нахер. Отец. Я раньше гриферила, теперь уже не хочу. А, это круто, это круто. Я не хочу гриферить. Ладно, окей, ребят, обязательно проверьте ее, потому что она, мне кажется, хитрит. Так что, ребят, с вами был я, Игрокодор. Я ее оставлю тут, вы заходите на Bro.MC, IP и порт я оставлю в описании. Всем удачи, всем пока. Я тебя люблю, я вывернула вещи, но Каринка задрала их у меня. Все, ребят, всем пока.